В Чебоксарах полным ходом идет подготовка к весенне-летнему сезону. Уже в эти выходные пройдут первые массовые субботники. Стартуют они 13 апреля с осмотра коммунальной техники, которая будет задействована в работе по благоустройству, уборке улиц и территории города после зимнего периода. Специальные службы в эти выходные начнут монтаж аттракционов в столичных парках. 27 апреля все карусели должны заработать. В этом году в парке Амазония появится новый аттракцион – свадебная карусель. Он был привезен из Италии специально к празднованию 550-летия Чебоксар. Вообще, на территории парка Амазония в предстоящем сезоне будут функционировать 12 аттракционов.